Жители 11-12 микрорайонов и района Булашак были заранее оповещены о том, что в их квартирах не будет горячей воды вплоть до середины сентября. В городе производится масштабная работа по замене труб с горячей и холодной водой. Для этого периодически перекрывается автомобильное движение в разных частях города. Уже завтра будет ограничено движение по улице Шайкенова в 11 микрорайоне с 7 часов вечера до 6 утра воскресенья. Нам единственное, что нужно, это вот последние такие работы, связанные с перекрытием автодорог. Это нам надо два кожуха положить там и вот в том районе, в районе 51-го дома, чтобы потом можно было соединить трубу с 11-го Б микрорайона, с 11-м А микрорайона и потенциально с 12-м микрорайона. Но там мы уже работы сделали, через Абулхаирхана, 15-го числа мы делали. Теперь вот хотим здесь сделать, и уже после этого по улицам, ну, а к тебе, скажем, вот больше нами работы земляные проводиться не будут. Дальше мы уходим внутриквартальные здесь сети. Власти города и подрядные организации просят населения трех самых заселенных районов города быть терпимее, так как работы ведутся для их же блага. Однако люди страдают от недостатка влаги, особенно холодной воды. Они уже согласны ждать подключения горячей воды сколько нужно, но без холодной находятся в бедственном положении. В домах 12 микрорайона, в частности 41, 42 и рядом расположенных, по словам местного люда, ее нет уже третью неделю. Три недели у нас вот как воду отключили у нас. Сначала сказали, будем делать горячую воду. Вместо горячей воды и холодной воды сейчас нет три недели. В магазинах все цены подскочили. По 260, по 270 берем баклажки. А я инвалид первой группы. На 9-м этаже живу. Ванизм стоит. Посмотрите, на улице погода какая, температура. Мы с каждым днем, говорят, жизненный уровень повышается, не видим мы. Так денег тоже, богатства нету, чтобы без конца покупать магазины, воды таскать домой. Пить, ладно, покупаем. А за, извините, этими, туалеты чем? Детей мыть. Дети маленькие, заставляем сидеть и жди. Звоним, какой стороны звоним, говорят. Вот машин приедет, вода принесет. Когда это? Сегодня опять вода нету. Забирала дети на улице, пойдем погулять. Чтобы дети не требовало воды или туалет ходить. Целый квартал сидит без воды, у них нет работы. О чем это говорит? Об организации. Здесь что, Донецк, Украина? Вот мы телевизор смотрим, в Донецке нет воды, там война идет. У нас что, война идет? Да, в Луганске нет воды. У нас люди, маленькие дети, вот снимите. Вот маленькие дети, им завтра в школу. Они играются каждый день, песок здесь. Пыль. Мы уже не говорим про свой двор. Ладно, вода это хорошо для всего города. Ну что творится? Вы посмотрите, там я говорю, вы на организацию обратите внимание. Особое возмущение у жителей вызывает бездействие рабочих, которые должны бы выполнять свои обязанности, но, как уверяют актюбинцы, этого не происходит. Наша съемочная группа сама убедилась, что на самом деле это так. Работники подрядной фирмы бездействовали, объясняя факт отсутствием спецтехники. Сейчас нужно немножко потерпеть жителям, зато зимой никаких проблем не будет. Во-первых, новая труба, во-вторых, больше диаметр, то есть увеличение количества воды, горячей воды. И отопление, соответственно, будет лучше. То есть, ну да, бывает неудобство. Что касается порывов по холодной воде, отсутствия холодной воды, я вам одно могу сказать. С нашими работами это абсолютно никак не связано, потому что если мы по нашей инициативе будет отключаться холодная вода, то это будет буквально на сутки для того, чтобы мы новую трубу соединили со старой трубой в местах подачи. Это в местах вот повысительной насосной станции, вот здесь, и в 12-м микрорайоне. То есть мы к этому отношения имеем. Может быть, это какие-то аварийные ситуации Акбулака. В АО «Акбулак» мы звонили, говорят жители 11 микрорайона. Там заявляют, что вода будет, только когда неизвестно. Между тем, активницам приходится покупать бутилированную воду. Они просят местные исполнительные органы посодействовать в решении проблемы и организовать завоз воды. Эльмира Ежанова, Канат Аспагамбетов, программа «Факт».